Друзья, всем привет! Вы на моем канале про моду, шопинг и модные путешествия, а я Анастасия Шнайдер, и мы с вами уже провели целый год вместе. Это видео совсем короткое, мне просто очень сильно захотелось вас поздравить с Новым годом, с наступающими праздниками, со всеми рождественскими праздниками, которые уже начались 25 декабря. И хочется просто вас поблагодарить за этот год, за то, что вы были со мной, за то, что поддерживали меня, смотрели мои видео и всячески способствовали росту моего канала. Без вас, безусловно, он бы никак не развивался. Поэтому это мое первое слово, мой первый тост именно вам. Благодарность вам, и только благодаря вам я как блогер состоялась, и, можно сказать, состоюсь в будущем, я надеюсь. Но так или иначе, этот год мы с вами провели интенсивно в модных поездках, в примерках, в разговорах о трендах. Подведем небольшие итоги. Год, как я уже сказала, был очень интенсивным, было очень много всего, я надеюсь, интересного для вас в том числе. Если мы возьмем глобальные новости из таких самых масштабных изменений, что произошли в мире моды, это, безусловно, новость об уходе Дэниела Ли с поста креативного директора Bottega Veneta. Это, мне кажется, новость достаточно сильно взбудоражила модный мир. Дальше новость о том, что Фиби Файло возвращается в модную индустрию и скоро представит свой новый бренд. Мне кажется, это просто шикарная новость для всех любителей минимализма и стиля Celine, который был как раз-таки при ней. Есть две плохие новости, тоже отметили этот год. К сожалению, от нас ушел Альбер Эльбас. Также Вирджил Абло тоже нас покинул совсем недавно. Это две большие утраты для модного мира. К сожалению, здесь уже ничего с ним не можем поделать. Этот год также был богатым, мне кажется, на фильмы про модную индустрию. В этом году вышло достаточно много интересных сериалов и фильмов, таких как «Халстон». Безусловно, конечно же, фильм про историю дома Гуччи. «Эмили в Париже», как бы мы ни относились к стилю главной героини, все равно это фильм про стиль и моду. Также «Sex in the City», вторая часть, второй масштабный проект, который тоже сейчас будоражит умы и споры критиков и не только любителей, в принципе, этого сериала. Я, кстати, еще не посмотрела, обязательно посмотрю. Но так или иначе, да, этот год был богатым на модные события, на модные кинопремьеры. Вышел достаточно хорошим годом в целом. Кстати, выстрелил тоже Сваровский в этом году, выступил совершенно в новом для себя амплуа. Никто не ожидал от этого бренда такого крупного возвращения в мир моды и стиля. И это, наверное, один из хайлайтов этого года, я бы сказала, в целом, как с точки зрения именно аксессуарной группы. Ну, так или иначе, год прошел, нам предстоит Новый год. Я уверена, будет очень много нового, интересного. И с точки зрения именно модной индустрии, и я со своей стороны тоже обещаю вас поддерживать, вдохновлять и рассказывать вам много-много интересного, делиться с вами своими находками, своими модными путешествиями, модными открытиями и различными советами. Так что, друзья, очень, я надеюсь, это все-таки короткое видео. Я уверена, вы сейчас режете либо оливье, либо уже сидите. Меня смотрят люди из разных зон, да, временных зон, поэтому мне сложно предугадать, что вы конкретно сейчас делаете, но что бы вы ни делали. Спасибо вам еще раз. Я вам желаю, вам и вашим семьям, счастливого Нового года. Пусть все самое плохое останется в этом году, и вы возьмете в Новый год только с собой удачу, счастье, здоровье и любовь ваших близких. И я уверена, что с этим набором следующий год будет обязательно успешным и хорошим. Друзья, с Новым годом, с новым счастьем, и еще раз большое спасибо вам за вас, за то, что вы есть в моей жизни и были со мной в течение этого года, и до встречи уже в следующем новом году. Пока-пока, друзья!